Здорово, здорово. Не узнать двор, великолепно. Ой. То был пустырь, то теперь красота. И самое главное, здесь продумано по зонам. Для более младшего возраста, для более старшего возраста. И даже для взрослых, я думаю, можно лечь на таких замечательных качелях покататься. И замечательная футбольная площадка. Это здорово. И все прекрасно. Очень великолепный мини-парк у нас там получился. А за домом там тоже замечательно. Я когда прогуливаюсь, я говорю, замечательно. Прям по этим аллейкам приятно ходить, прогуливаться. Вообще в Казани 430 дворов благодаря вот президентской программе нашего президента нашей республики. Ведь мы вот эту красоту видим и думаем, что так везде. Так только в Татарстане.